Это дом радости, а не больница. Именно так говорят о месте своей работы сотрудники перинатального центра Рубцовска. Роддом в этом году отметит 35-летие. Возраст не маленький. Особенно он ощущается по числу появившихся здесь на свет малышей, а их более 92 тысяч. За 35 лет это медучреждение претерпело большие перемены. Обновили оборудование, произвели капитальный ремонт здания. Было время, когда не хватало санитарок, не хватало акушеров-гинекологов. Теперь у нас хватает. У нас небольшая проблема осталась с врачами-неонатологами. Но мы надеемся, что и врачей-неонатологов мы тоже укомплектуем на 100%. Случайные люди в нашем, да вообще в родильных домах не работают. Работают только патриоты своего дела. Одна из таких патриотов – Лариса Строкова. В роддоме она работает практически с самого открытия. На ее глазах родное учреждение из ведомственной больницы превратилось в межрайонный перинатальный центр. Высоко поднялись, медицина пошла вперед. А когда мы пришли, мы работали за всех. Обязанностей было очень много. Так что… Ну, выдержали все. Выдержали все, работаем до сих пор. И будем работать дальше. Как это ни парадоксально звучит, но здесь даже есть свои постоянные клиенты. Одна из таких – Ольга Мясникова. Она ждет пятого ребенка. С этим учреждением я и моя большая семья знакомы с 2005 года. И по сей день мы регулярно сюда не забываем, и нас, слава богу, не забывают. И каждый раз, когда я прихожу сюда, во-первых, становится все лучше и лучше. Не страшно абсолютно. Люблю детей, люблю сюда приходить и всем говорю, что будет 6, я приду сюда. Сотрудники учреждения правы, когда называют роддом домом радости. Они буквально окружены счастьем. Именно здесь женщинам говорят самые главные слова в жизни. Поздравляем, вы стали мамой. Яна Писарева, Геннадий Лабзин. Наши новости.